Первый день моего приключения, моей постройки, то есть. Отправляюсь на улицу. Не удивляйтесь, я уже подготовил нужную мне площадку для маяка. И как вы можете заметить, смотря в мой инвентарь, вы можете увидеть вы можете увидеть нужные блоки для моей постройки. Кто не видит, это назаритовые блоки. Сейчас я отправляюсь на площадку, где будет находиться маяк. Вот такая площадка мне нужна для маяка 9x9 из назарита. Итак, как вы можете заметить, площадку в этой территории я уже подготовил. Хардкор! Осталось только застроить всю эту площадку. Эту всю внутреннюю площадку и часть я уже застроил. И скажу вам по секрету, вот так вот маяк выглядит со стороны. Ну, то есть пока что. Беру обсидиан. И как вы можете заметить, я взял обсидиан. У меня есть тотем бессмертия в руке. У меня закончились назаритовые блоки, но из своего инвентаря я взял новые. У меня, кстати, если кто не знает, это было 3 стака новых. 3 стака, да. И маяк пока что выглядит вот так. Меня взорвал крипер, и у меня было 1 хп. Пока что вот такой маяк получается из назарита. Назаритовый маяк сделан. Назаритовый маяк на выживании, а то есть на хардкоре. Но просто если я умру, я удалю специально мир. Ну что ж, назаритовый маяк на хардкоре готов. А чё за вон там блок такой интересный? А, я понял, это часть моего дома. Осталось только сходить домой за маяком. И да, вон там, вдалеке, моя первая попытка. Да-да, первую попытку я вырезал, потому что эта первая попытка у меня получилась какая не попытка, добытка какой-то фигней. Ну а вот я и дома. А да, маяк. Он у меня всего один в этой игре. Забираю и просто-напросто отправляемся его ставить на вон ту площадку, на тот назаритовый маяк. И теперь просто ставим этот маяк с наслаждением. И да, я сделал назаритовый маяк на выживании. Я стал первым ютубером на ютубе. Забудем то, что я сказал. И не пишите об этом в комментариях. Я стал первым человеком на ютубе, который сделал назаритовый маяк.
И да, ребята, подпишитесь на канал, поставьте лайк, ведь я сделал это. Надеюсь, вам понравился этот ролик. Всем удачи и всем пока. Ах да, если у вас возникает вопрос, откуда я взял все эти назаритовые блоки, у меня на другом моем канале есть один ролик, где я один месяц добывал древние обломки. То есть как бы месяц реального времени. Поэтому да, если вы хотели бы стать первым человеком на Ютубе, который сделал назаритовый маяк, так еще и на выживании в Майнкрафте, то надо было добывать месяц реального времени эти назаритовые блоки. Ну что ж, пока-пока! Надеюсь, ты подписался на канал и поставил лайк. Ну а друг мой милый, если ты еще не поставил лайк, если ты еще не подписался, ставь лайк, подписывайся. 200 тысяч лайков на этом видео, и я продолжу выживать в этом мире. Уже 600 дней. Все зависит от вас, ребята. В этом мире я прожил уже 500 дней. И сейчас решится судьба дальнейшего моего выживания. Всем пока!